Всем-всем огромный привет! Мечта каждой девушки, которая любит косметику, которая любит делать макияж, это хорошие кисти. Наконец-то они у меня тоже есть. На сайте ym.ru я заказала вот такой вот набор кистей. Вот такая у них фирма, название. Классная туба, она очень большая, закрывается и фиксируется магнитом. Давайте посмотрим, как они ко мне приехали. Можно эту тубу использовать как чехол полностью закрывать, а можно как два стаканчика, в которых позднее можно хранить эти кисти. Приехали они ко мне вот так, упакованы. Упакованы очень хорошо. Самая большая кисть даже вот в таком футляре пластиковом, который я, конечно же, сниму. И все остальные большие кисти были закрыты, помимо пленки, еще сеточкой. Давайте посмотрим, что же за набор, и я расскажу о каждой кисти, которые ко мне приехали. Начну, наверное, с большой. Давайте вместе открывать. Немножко буду шуршать. Не хотела я без вас открывать. Хотела показать, как это будет смотреться. В общем, вот открывается окошечко и вынимается вот так кисть. Это самая большая кисть для пудры. Номер 106. У всех кистей такие красивые стразы. Смотрится, конечно, бесподобно. Набито замечательно. Это то, о чем я мечтала. Если в сравнении, то не так давно я в Avon заказывала самую большую кисть для пудры. Она меньше. Она объемом меньше, набита не так плотно. Это вот как раз то, что я хотела, то, о чем я мечтала. Вот даже если... Вот, видите? Прям вообще классно. Они густые, плотно набитые. Вот так. Супер. Волокно искусственное, но классное. Прямо нежное, нежное и мягкое. Так, ну что ж, посмотрели мы с вами первую. Прямо оторваться сложно от них. Следующая кисть для румян. Вот так она смотрится. Здесь, кстати, лазерная гравировка. Также страза номер 116. И вот такая вот она. Плоская немножко. Здесь шариком, а так немножко она плоская. Вторая кисть. Следующая кисть для тональной основы. Я вот так вот все открываю. Со всех снимаю защитный. Так, сейчас. Сеточку. Вот такая вот. Она уже срезанная. Номер 126. Также красивый страз. Ну, девочки меня, наверное, понимают, как у меня сейчас все ликует. Как я рада. Ой, вообще. Мне кажется, даже жалко тональной основой пачкать. Но я обязательно буду пользоваться, потому что это моя мечта. Следующая кисть для консилера. Давайте ее смотреть. Вот такая вот она. Тоже скошенная. Но уже помелче. Очень удобно консилером будет пользоваться. 136 номер. Вид, конечно, солидный. Очень приятно. Вот эта вот магнитная застежка, или как можно ее сказать, фиксатор, тоже хорошо крепится, хорошо держит. На столике такой набор смотрится шикарно. Мне кажется, как себе подарок сделать, так и подарок кому-то, ну, бесподобный. Девчонки меня сейчас, наверное, все понимают, насколько я радостная. Следующие две кисти идут для теней. Вот так они выглядят. Давайте их тоже достанем.
И посмотрим. Также стразы. Первая в номере 306, а вторая 226. Одна погуще. Покрупнее скорее. Чуть-чуть покрупнее. Они похожи между собой. Одна чуть крупнее, другая поменьше. Вот такие две красавицы. Так. От радости аж дыхание перехватывает. Следующая кисть для хайлайтера. Вот она такая интересная, как бочонок. Мне кажется, ее можно использовать и для растушевки. Номер 206. Она и для теней хороша. Вообще для хайлайтера и вот эти, может, подходят какие-нибудь. Вот, например, вот это. Тоже подходящее. То есть вот эти три, их можно по своему желанию использовать, как вам хочется, как вам нравится. Даже вот так вот на столике, ну, вообще классно, если какую-то оставить. Она будет смотреться не как беспорядок, а как будто так и задумано. Прямо супер. Следующая кисть для помады. Я думаю, это вот эта кисть в номере 216. Вот такая вот она. Плотненькая такая, удобная. Мне прям каждый страз хочется показать. Вот такая красавица. Так, далее. Для бровей. Такими кистями я пользуюсь. Я очень люблю вот эти вот скошенные кисти для бровей. У меня в наличии была всего одна. Я ее уже так хорошо потрепала. И ей на смену теперь придет вот такая вот красавица. Длина кистей в зависимости от ворса в целом самая высокая 20 сантиметров и 17 сантиметров самая коротенькая. То есть вот так они смотрятся. И еще одна кисть подходит для подводки в номере 316. Вот она такая прямо тоненькая. Ну и также, соответственно, страз. Вот такой набор очень удобный. Видно, что вот здесь он зауженный, здесь шире, и очень удобно держать в руке, прям вот под форму пальчиков. Бесподобно, конечно. Я дико рада. Очень рада такому набору, смотрится бесподобно, очень. Прям вот это вот очень из меня сегодня просто плещется. Еще раз повторю, сайт, на котором я делала заказ этих кистей, называется ym.ru. Обязательно ссылку на кисти я оставлю под роликом, проходите, смотрите. Я наберусь смелости, попробую показать их в действии, потому что я уже обещала макияж выполнить на камеру, постараюсь. Я еще жду с этого сайта помаду и думаю, что я, наверное, объединю этот ролик и сниму вам еще один, покажу эти кисти в действии и помаду на губах. Надеюсь, она мне тоже подойдет и будет смотреться красиво. Вот такой шикарный был заказ, от которого я просто в восторге. Спасибо огромное этому сайту, что он мне все прислал, как я и хотела. Хочу еще отметить, это очень важно, доставка. Мне эти кисти приехали с курьером. То есть не по Почте России, а мне доставил все курьер. Курьерская служба работает отлично. Меня заранее предупредили, что именно вот в четверг ко мне приедет с 12 до 5 посылка. И плюс еще позвонил в этот день курьер и сказал, что в течение получаса он будет и точно ли я дома. То есть служба была очень хорошая доставки. Я рада, и это было очень приятно. Надеюсь, я была полезна. Проходите по ссылке, знакомьтесь с сайтом. Это набор такой стоит того, чтобы на него посмотреть еще и на сайте. Всем спасибо за внимание, всем приятного дня и всем хорошего настроения. Всем пока!